Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног. А, помните, откуда это? Да, это цитата из знаменитой бессмертной комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». А, дело в том, что сегодня, 17 ноября, воскресенье, сегодня у нас 23-й тираж из 500 тиражей телевизионной игры лотереи «Русское лото». А Александр Сергеевич Грибоедов написал «Горе от ума» именно в 23-м году. Я имею, конечно, в виду 1823 году. Видите, 23 и 23 сходятся. Итак, в эфире 423-й тираж всероссийской телевизионной игры лотереи «Русское лото». Сегодня, помимо всего прочего, мы отмечаем праздник. Еще раз говорю, у нас редко бывает в стране, чтобы в один день был один праздник. Ну и прежде чем я назову этот праздник, вы слышите, в эфире звучит замечательный вальс из вахтанговского спектакля «Принцесса Турандот». Естественно, у нас в гостях студенты, студенты вахтанговской школы, студенты Высшего театрального училища имени Щукина, Светлана Ходченкова. Здравствуй, Свет. Егор Равинский. Здравствуй, Егор. Поздравляю тебя с праздником, Международным днем студентов. Семен Штейнберг. Здравствуй, Сеня. Поздравляйте. Как хорошо, что вы не опоздали сегодня к началу передачи. Собственно говоря, как студентов я вас знаю. Ну, в общем-то, народ достаточно пунктуальный. Причем приятно, что география тиражной комиссии нашей достаточно широка. Светлана Ходченкова представляет Подмосковье, город железнодорожный. Егор Равинский из Екатеринбурга. А Семен Штейнберг из Саратова. Сегодня, помимо того, что праздник, Международный день студентов, я хочу вас поздравить, я думаю, что все вас сегодня поздравят, и в вашем лице всех студентов нашей страны. Мы поздравляем вас, дорогие мои. Не безинтересно будет напомнить, что сегодня у нас 23-й тираж из 500 тиражей «Русского лото». А в 23-м году, на этот раз я имею в виду 1923 году, родился ректор театрального училища имени Щукина, бесконечно любимый всем артист, народный артист СССР, профессор, ректор училища Владимир Абрамович Этус. Ну, как вы понимаете, свой день рождения он отметит в следующем году, правильно? А вот. Ну, а сейчас, поскольку вот такое стечение обстоятельств, мне бы хотелось предоставить возможность студентам что-нибудь высказать в адрес своего ректора. Да, вот такая ситуация. Ситуация сложная, но я думаю, что студенты попробуют с нею справиться. Ну вот, Сеня, не дыши так тяжело. Саратов смотрит на тебя с надеждой. Что ты можешь пожелать своему ректору, прежде всего, как профессору, ректору, педагогу? Хороших студентов. Ну, в общем, красивых, талантливых студентов. Хорошо, глядя на тебя, так и думаешь. Хорошо. Спасибо, Сеня. Ну, а вот Егор. Егор, если говорить о Владимире Абрамовиче как о замечательном театральном артисте. Ну, хотелось бы пожелать ему, как всякому артисту, хороших ролей, хороших партнеров, режиссеров. Вот. Ну и хотелось бы, было бы здорово, если бы мы с Владимиром Абрамовичем встретились не как обычно в коридоре училища, да, а
Ну, на сцене. То есть ты хочешь партнерствовать? Ну, было бы здорово, да. Ну что ж, хорошо, наша передача идет утром. Будем молиться, чтобы Владимир Абрамович тебя не видел и спал в этот момент. Хорошо. А Светлана у нас, я думаю, что все ребята, которые учатся, они будут, конечно, сниматься в кино. Светлана уже снимается в кино. И от этого много у нас неприятностей, потому что она все время на съемках. Это срывает учебный процесс. Я, кстати, хочу сказать и режиссеру картины, Говорухину, твоему, значит, режиссеру, что, в общем, надо как-то артистку отпускать. Мы отпустили на съемки, а ее надо отпускать учиться. Что ты пожелаешь, да? Что ты пожелаешь, может быть, Владимир Абрамович, как замечательному киноартисту? Я считаю, что сыгранная им роль Саахова в «Кавказской пленнице» — это, ну, просто идеально сыгранная роль. Во-первых, доброе утро, Владимир Абрамович. Во-вторых, хотелось бы пожелать, конечно, творческого здоровья, творческих успехов и... Это просто здорово, что вы у нас есть. Хотелось бы видеть вас почаще и в театре, и в кино. Ну, это уже не зависит от артиста, это зависит от режиссера. Ну что же, я думаю, вполне разумное размышление. Не правда ли? Поддержим студентов в эту тяжелую минуту. Ну, а мне хочется, в свою очередь, сказать несколько теплых слов в отношении тех наших зрителей, которые... Сегодня здесь не только зрителей, но и участников игры. У нас здесь в основном представители компании МВ, по данным независимых экспертов. Эта компания входит в тройку лидеров российского рынка офисной и бытовой электронной техники и на сегодняшний день является единственным российским производителем копировального оборудования. Мы рады вас приветствовать, представители компании МВ. Ну, с Богом, все-таки прежде всего мы собрались для того, чтобы играть. И вот мы начнем игру. Значит, перед вами гуманитариями непосильная задача. Вы должны сосчитать до 90, проверить наличие всех бочонков, переставить их в любом порядке. Я тем временем передам слово нашей компьютерной группе. Говорит Татьяна Ионина. 23-м тираже принимает участие 932 115 купленных вами билетов. Общий призовой фонд игры составил 13 981 725 рублей. Все ли у нас в порядке? Можно вопрос? Можно. Почему плоские донышки? А вот это плоские, потому что у нас игроки вытаскивают их из мешка, они на ощупь должны быть все одинаковые. Вот хорошо, что ты спросил. На ощупь невозможно определить, какое это число. Больше у тебя нет вопросов? Да. Ну, хорошо. Значит, вот в таком порядке, да, поставим куда-нибудь сюда, чтобы не мешало вращение. Нет, сюда, видишь, мешает вращению. Итак, все ли в порядке, дорогие мои? Пока да. Ну, Бог даст, так и будет. Итак, удачи всем, кто играет в 423-м тираже. Потихонечку вращаем. Спасибо. Все хорошо получилось. Пока все нормально. Вы можете пройти за стол тиражной комиссии. И там... Обратите свое внимание на протоколы. Вам предстоит их заполнять, а нам нужно обратить внимание на игровой билет. Обратите внимание на этот маленький игровой билет. Я надеюсь, у каждого нашего игрока он в руках. Этот игровой билет дает каждому надежду на любой приз, который мы разыгрываем в каждом нашем тираже. Ну, например, на нашу умопомрачительную сумму 60 миллионов рублей. Это джекпот! Призовой фонд.
джекпота составил 60 миллионов рублей. Наша компьютерная группа подтверждает, что я не ошибся. Да-да, именно 60 миллионов рублей. Для того, чтобы выиграть эту сумму, нужно, чтобы первые 15 номеров, которые появятся из этого мешка, оказались в числе 30 номеров вашего билета. Тогда вы станете обладателем этой умопомрачительной суммы 60 миллионов рублей. А в конце передачи мы вернемся еще к одному призу, который был разыгран в предыдущем нашем тираже, но вновь в нем достаточно солидная сумма. Я имею в виду кубышку! Призовой фонд кубышки составил 419 451 рубль. Неплохо! Более 419 тысяч в нашей кубышке. Как ее выиграть? Об этом в самом конце передачи, потому что игра начнется с первого тура. Призовой фонд первого тура составил 61 815 рублей. Это для начала. Итак, мы начинаем игру в первом туре. Будьте внимательны, дорогие мои. Перед вами билет. Зачеркивайте в нем те номера, которые появляются из мешка. Номер 36. Номер 36. Номер 34. Номер 34. Номер 43. Сталинград. Номер 43. Номер 21. Номер 21. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 65. Номер 65. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов 41 билет имеет по 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. Первый тур выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, появились билеты, в которых 4 номера из 5 в одной строке зачеркнуты. Не забывайте, что параллельно идет розыгрыш нашего суперприза «Джекпот» номер 58. Номер 58 лидирует 210 билетов. Претендентов стало больше. Номер 64. Номер 64. Стоп-игра! Стоп-игра! В первом туре выиграли 2 билета выигрыша по 30 907 рублей. Давайте поздравим! Давайте поздравим! Вот так! Хотя бы вот так поздравим аплодисментами тех, кто ровно пополам разделил призовой фонд первого тура. А игра в первом туре закончилась номером 64. Вы взволнованы, я это вижу. Судя по тому, что так живо реагируют на вас сидящие в студии, вы работаете в компании МВ. Да. Но это очень приятно. Как вас зовут? Меня зовут Наташа. Наташенька. Наташа, вам предстоит сейчас по одному вытащить 4 бочонка из мешка. Игроки под этими номерами займут места за нашим игровым столом. Я от души желаю, чтобы это были ваши товарищи. Номер 13, чертова дюжина. Номер 13. Да, получилось? Да. Ну что ж, замечательно. Номер 81.
номер 81. Внимание! Внимание! После 9-го хода 29 билетов претендуют на розыгрыш джекпота. Давайте подумаем вместе. 60 миллионов рублей. Появились билеты, которые претендуют на этот суперприз. Вы можете осмыслить эту сумму? Вот вы вдруг выиграли 60 миллионов рублей. Такого вряд ли случится. Ну вот есть претенденты. Значит, кто-то претендует. Ну вот представьте, вдруг вы выиграли 60 миллионов рублей. Вот так человек сидит в одном шаге, в двух шагах от выигрыша и думает. Этого не может быть. И все-таки это случалось. И это может случиться сегодня. Что бы вы сделали с такой суммой? Вы можете в это поверить? Я поехала в кругосветное путешествие. В кругосветное путешествие? Да. Ну, а на оставшуюся мелочь? Не знаю, потратила. На что? На машину, на квартиру. Оставшиеся деньги? Раздарила бы друзьям. У вас столько друзей? Родственников много. Много, да? Вот как-то у нас в студии женщина выиграла 92 миллиона рублей, но это было году 95-м. Она сказала мне потом, что у нее появилось столько родственников, о существовании которых она до этого не знала. У вас хватит родственников, чтобы раздарить 2 миллиона долларов? Хватит. Я душой вам желаю, чтобы ваше желание не изменилось к тому времени, когда вы станете обладателем крупной денежной суммы. Итак, мы продолжаем. Номер 30. Ровно. Номер 30. После 10-го хода 7 билетов претендуют на розыгрыш джекпота. Итак, сейчас вы вытащите номер игрока, который займет ваше место. Расстраиваться не надо, потому что вы получите приз. Итак, номер 87. Номер 87. После 11-го хода 2 билета претендуют на розыгрыш и джекпот. Итак, мы говорили об этом с вами недаром, потому что есть претенденты на наш суперприз джекпот. А вам, прежде чем вы вернетесь на свое место, нужно получить приз. Это хохломской набор с логотипом телевизионной игры лотереи «Русский лото». За вас радуются все сотрудники компании МВР. Теперь это ваше законное место. И прежде чем мы отправимся в путь, нам нужно узнать, каков призовой фонд второго тура. 123 631 рубль. Вы заметили, это больше. Итак, мы продолжаем игру во втором туре. Ход ваш. Прошу. Номер 12, дюжина. Номер 12. После 12-го хода 2 билета претендуют на розыгрыш джекпота. Итак, заметьте, 12-й ход, 12 билетов. Номер 19. Номер 19. После 13-го хода игровая ситуация не изменилась. 2 билета по-прежнему претендуют на розыгрыш джекпота. Номер 69. Номер 69. Игра продолжается. Прошу. Номер 55. Перчатки. Номер 55. После 15-го хода джекпот не разыгран. Не разыгран джекпот! Да, он не разыгран. Но мы были как никогда близки к тому, чтобы разыграть эту сумму. О чем это говорит? О том, что надо в следующем тираже смелее играть. Запаситесь билетами нашего 424-го тиража и попробуем разыграть эту сумму. 60 миллионов рублей! Ну а сейчас небольшое сообщение для наших телезрителей и радиослушателей. Встречайте первый день зимы вместе с «Русским лото». 1 декабря, 425-й праздничный тираж. Здравствуй, зимушка, зима. В розыгрыше более 10 миллионов рублей. Джекпот, кубышка, автомобили ВАЗ-2110.
снегоходы, великолепные женские шубы. Осуществите свою мечту, купите билет и выиграйте! Я напоминаю, что приближается подведение итогов конкурса на лучшее региональное представительство 2002 года. Те, кто распространяет наши билеты, чуть-чуть напряжение, и вы можете стать обладателем специального приза. Ну и для тех, кто хочет проверить свои билеты, наша тиражная таблица печатается в газетах «Московская правда», «Работа в Москве», «Сударушка», «АИ» в «Телеглаз», «Вечерняя Москва», по средам в газете «Антенна», в газете «Антенна Теле7» и, конечно же, в региональной прессе. А мы продолжаем игру во втором туре. Итак, прошу. Номер 62. Номер 62. Номер 22. У тебя-то? Номер 22. Ход ваш. Номер 76. Номер 76. Прошу. Номер 42. Номер 42. Прошу. Номер 74. Номер 74. Номер 68. Номер 68. Прошу. Номер 6, точка внизу. Номер 6. Прошу. Номер 5, Ахиллесова пята. Номер 5. Как вас зовут? Карина. Как? Карина. Карина. Да. Вы работаете в МВ? Да. Да? Да. Почему не аплодируют, не понимаю. К вам плохо относится? Карина. Номер 54. Номер 54. А вас как зовут? Меня зовут Ольга. Ольга. Адрес тот же? Тот же. Номер 37. Номер 37. А вас как зовут? Катерина. Катя, вы... Нет. Нет? Я работаю в другой компании. Номер 44, стульчики. Номер 44. А вы? Катя. Тоже? Да, да. Да. Понимаю. Номер 18. В жизни раз бывает. Номер 18. Карина. Номер 29. Номер 29. Оля. Номер 7. Номер 7. Цветик-семицветик. Катя. У вас какие инициалы? КЕВ. Только женщина так может долго думать над инициалами, потому что рано или поздно они меняются. КЕВ. Угу. Номер 14. Номер 14. Ну, у вас я не спрашиваю, у вас КМВ. Да? Номер 4. Номер 4. Хорошо. Номер 66. Номер 66. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Второй тур выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, мы достигли такого рубежа, Олечка, когда появились билеты, в которых есть, как в каждом билете, две карточки, но в одной из карточек того самого билета 14 номеров из 15 уже зачеркнуто. Значит, каждый ход может быть последним во втором туре. Если вы вытащите тот самый бочонок номером, который закончится игра во втором туре, вы получите приз.
Если не вы, то не вы получите приз. Но вы получите поощрительный приз. Номер 17 «Мгновение весны». Номер 17 по-прежнему лидирует один билет. Уважаемый КЕВ, рискнем. Номер 49. Номер 49. Игровая ситуация не изменилась. КМВ. Номер 75. Семь пядей во лбу. Номер 75. Лидирует три билета. Карина. Номер 41. Номер 41. В группе лидеров 7 билетов. 7 билетов. Оля, задача легче, чем в предыдущем круге. 2. Номер 2. Номер 2. Лидирует 12 билетов. 12 билетов. Катя, вы единственная сейчас за столом, не работающая в компании. Понимаете, да? Номер 57. Номер 57 лидирует 19 билетов. 19 билетов. Ну что, возьмем количество. Номер 61. Гагарин. Номер 61. Стоп, игра. КМВ. Во втором туре выиграл один билет. Выигрыш 123 631 рубль. Давайте поздравим. Давайте поздравим человека. В дом пришла радость. Начиная тираж, человек даже не мог подумать о том, что именно на него свалится вот этот самый выигрыш более 123 тысяч рублей. Мы от души вас поздравляем с этим призом. Ну, а Катя, которая с нескрываемым любопытством смотрит на этот прибор, которого она никогда в жизни не видела. Да, Катя, наконец-то. Наконец-то в ваших руках эта соковыжималка. Как радуются все в студии. Всем игравшим за столом призы от нашей передачи и аплодисменты зрителей. Ну вот, номером 61 закончилась игра во втором туре. Вам, как вас зовут? Ирина. Ирина. Вам, Ирочка, и определять, кто будет играть за столом в третьем туре. А игрокам у экранов телевизоров и радиослушателям не забывать зачеркивать и эти номера в своих билетах. Номер 40 зачеркните. Номер 40. Вот ваше место за столом, номер 40. Номер 16. Кругом 16. Номер 16. Номер 16 расположится вот здесь. Вот здесь. Номер 83. Номер 83. Номер 83 играет вот здесь, если не возражать. Ну и сейчас вы определите игрока, который займет ваше место за столом. Номер 88, матрешки. Номер 88. А вам, мамочка, прежде чем вы вернетесь на свое место, предстоит получить хохломской набор, наш традиционный подарок, он с логотипом телевизионной игры лотереи «Русский лото». И самое главное, традиционно в этот момент звучит овация в студии. Теперь это ваше законное место, и прежде чем отправимся мы в плавание по волнам третьего тура, мы сейчас узнаем, каков призовой фонд третьего тура. 185 447 рублей. Смотрите, больше, больше и больше. Итак, мы продолжаем игру в третьем туре. Ход ваш. Номер 73, верно? Номер 73. Играем.
Действительно, 89, девушка права. Номер 89. Вот ваш. Номер 31. Номер 31. Единственный мужчина за столом. Надежда и опора. 51. Правильно, номер 51. Разумно. Номер 51. Как вас зовут? Влада. Влада. Номер 86. Не волнуйтесь, все в порядке. Номер 86. А вас как зовут, очарование? А? Наташа. Ну и слава богу. Правильно, номер 56, сказал Наташа. Номер 56. Оля. Оля. Решительно и смело. Номер 26. Номер 26. А вас как зовут? Камиль. Камиль. Михаил. Очень приятно. Камиль. Пожалуйста. 48. Совершенно верно. 48, половину просим. Номер 48. Влада. Номер 80. Бабушка. Номер 80. Ну, давай. Номер 47. Номер 47. Пожалуйста. 10. 10. Номер 10. Камиль. 35. Номер 35. Номер 35. А как переводится имя Камиль? Имеет какое-нибудь значение? С арабского совершенный. А совершенный. Давайте поаплодируем совершенству. Замечательно. Влада. Хмуриться не надо, Влада. Номер 84. Номер 84. Наташа, давай, милая. Один. Номер один. Номер один. Оля, серьезно. Номер 63. Номер 63. Прошу. 50. Номер 53. Номер 53. Номер 72. Номер 72. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов 3 билета имеют по 29 совпадений из 30. Третий и последующие туры выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, дорогие мои, появились билеты, в которых 29 номеров из 30, Наташ, уже зачеркнуты. Значит, каждый ход может оказаться последним в третьем туре. Понимаешь? Очень важно, кто из вас, дорогие мои, вытащит этот счастливый номер. В зависимости от этого вы получите приз. Ну и, конечно же, игроки с нетерпением ждут, какой номер это будет. 39. Номер 39. Номер 39 лидирует 8 билетов. 8 билетов. Оля. 50. Номер 50. Полста ровно. Номер 50. В группе лидеров 15 билетов. Итак, совершенный друг мой, у вас есть возможность завершить игру в третьем туре. Вы везучий человек? Да. Да. Проверим. 8. Номер 8. Номер 8. Стоп игра! Стоп игра! Он действительно везучий! Потрясающая уверенность! В третьем туре выиграл один билет. Выигрыш 185 447 рублей.
знаете, диву даешься. Все-таки вот много лет существует наша игра, и все-таки каждый раз, когда это происходит, диву даешься. Вот верит человек, говорит, я везучий, и выигрывает. Прежде чем мы продолжим игру с Камилем, я хочу всем дамам, которые присутствуют за нашим столом, вручить призы от нашей передачи, чтобы вы поаплодировали им замечательным. Наташечка, да, до свидания, счастливо тебе. А с Камилем у нас вот такой особый разговор. А у нас есть приз, который вы честно завоевали, это миксер. Миксер. Но если вы не побоитесь рискнуть своим миксером, а я чувствую, что вы человек достаточно уверенный и везучий, то мы можем с вами сыграть суперигру. Как вы думаете? Давайте сыграем. Будем? Да. Итак, он согласился играть в суперигру. Миксер исчезает, но вместо миксера появляются вот эти 10 бочонков. Вот перед вами зеленый мешочек. Вот эти 10 бочонков можете сами туда засыпать. Их, а я вам могу сообщить, что если потом вы вытащите оттуда ноль, мы будем играть с вами на кофеварку. Единица – это видеоплеер, два – видеомагнитофон, три – пылесос, четыре – музыкальный центр, пять – вакуумный пылесос, шесть – телевизор, семь – микроволновая печь, восемь – большой телевизор и девять – это компьютер. Итак, мешок вы отдаете мне, я перемешиваю бочонки в мешке. Напоминаю, что телезрителям и радиослушателям сейчас этот номер зачеркивать не надо, просто мы с Камилем определяем, на какой приз мы будем играть. Это номер 5. Вакуумный пылесос. Испытав вашу удачливость, я мог отдать вам пылесос сразу. Но я хочу больше для себя, нежели чем для вас. При вашей уверенности, как говорится, тут не с чем бороться. Просто для себя проэкспериментировать. Вот перед вами два бочонка. В одном из них табличка «Приз». Там вакуумный пылесос. А в другой нет таблички, там просто вакуум. Здесь. Уверенно, Камиль говорит, здесь. Вы на передаче у нас с кем? С компанией. С компанией. С какой? МВ. С компанией МВ. Большая у вас и серьезная компания. Я не знаю, как принято у вас компания. А вы должность большую занимаете в компании? Нет, инженер. Ну, инженер это изобретательный человек по-французски. Поэтому... Ну что же. Как у вас принято в компании? Если кто-то принимает решение, то... Это не подлежит никакому обсуждению? Нет, у нас демократия. У вас демократия? Боже мой, и у вас. Что ты будешь делать? Ну, не знаю. Ну, так что, как вы, поддерживаете Камиля в его решении? Ну что же, давайте убедимся в том, что... Вы знаете, здесь вакуум, а приз-то здесь, вот. Как тут быть? Вот. Ну ладно, чтобы не ссориться с вашей компанией, возьмите пылесос. Я желаю вам всего самого-самого наилучшего. Спасибо. Пылесос сейчас принесут. А мы продолжим нашу игру. Сейчас несут пылесос. Аплодисменты звучат в студии. Камиль получает пылесос в назидание всем совершенным и уверенным в себе людям. Я поздравляю Камиля и компанию МВ. А мы продолжаем нашу игру в четвертом и последующих турах. Со мной играет в Международный день студентов группа «Лицей». Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Итак, девочки, за дело. За дело по одному бочонку из мешка. Там есть счастливые, там все есть для вас. Аня, номер 82. Номер 82. Выиграли два билета по 117 450 рублей. Неплохо. Настенька, давай.
номер 25. Номер 25. Выиграли 3 билета по 103 тысячи 27 рублей. Светлана! Да ладно, девчонки, все равно все зрителям, чего вы делите. Номер 71. Номер 71. Выиграли 6 билетов по 57 тысяч 694 рублей. Неплохо! Номер 60. Ровно! Номер 60. Выиграло 6 билетов по 53 тысячи 574 рубля. Номер 77. Топорики. Номер 77. Выиграло 12 билетов по 30 тысяч 908 рублей. Светлана. Номер 38. Номер 38. Выиграло 32 билета по 11 тысяч 590 рублей. Аня все знает. Говорит, 11 надо. Да, и вытащила. Номер 11. Номер 11. Выиграла 25 билетов по 14 тысяч 836 рублей. Все знают в нашей стране и, конечно же, хорошо информированная группа лицея о том, что если вытащить номер 11, получает приз. Анечка, у тебя никогда не было утюга. Ты, да, ты угольным гладила. Вот это, да. Теперь у тебя есть утюг. Утюг. Номер 11. Счастливое число. Настя. Есть номер 15. Номер 15. Выиграла 52 билета по 7132 рубля. Света. Номер 32. Три притопа, два приклопа. Номер 32. Выиграла 66 билетов по 6930 рублей. Есть, есть. Номер 67. Номер 67. Выиграла 115 билетов по 3763 рубля. Номер 85. Номер 85. Выиграла 176 билетов по 2107 рублей. Номер 78. Номер 78. Выиграла 332 билета по 1117 рублей. Номер 23. Два притопа, три прихлопа. Это счастливый номер. Номер 23. Выиграла 834 билета по 444 рубля. Сегодня у нас 423. Это не делай вид, что ты первый раз в жизни выиграла приз. Ты у нас сколько выиграла призов, да. И выигрывает. Ты счастливая, хорошая, красивая а девочка. Есть. Да, сегодня 423 тираж, число 23. Счастливая. Аня получает еще один приз. Ты смотри, ты смотри. У тебя подруги могут тебе позавидовать. Я пойду в казино сегодня. Да. Номер 3, не ходи, не ходи, Аня. Номер 3. Выиграла 1072 билета по 346 рублей. Просто тебе надо было запастись билетиком, Аня. Номер 70, ровно. Номер 70. Выиграла 1654 билета по 224 рубля. Дело в том, что у бабушки, у Ани сегодня играет. Вот она рассказала про бабушку серому волку. Номер 46. Номер 46. Выиграла 2724 билета по 136 рублей. Настя. Пожалуйста, номер 28. Номер 28. Выиграла 5613 билетов по 110 рублей. Дело в том, что на улице Трубной, дом 28, расположена фирма МВ. Вам телевизор. Телевизор, вот телевизор от фирмы МВ. Настя получает телевизор. Вот, все, остался свет тебе. Чтобы всем было поровну, чтобы женского счастья всем хватило. Боже, как я хочу. Дедушка, номер 90. Номер 90. Выиграл 5943 билета по 125 рублей. Номер 59. Номер 59. Выиграла 10943 билета по 96 рублей. Я прошу предупредить нас о последнем ходе. Игра продолжается. Номер 52. Номер 52. Выиграла 15547 билетов по 99 рублей. Светлана. Внимание, разыгрывается последний тур. Итак, последний тур. Номер 9. Точка внизу. Номер 9. Выиграла 25476 билетов по 87 рублей.
на 83-м ходу игры. Призовой фонд разыгран полностью. В мешке осталось 7 бочонков. Я прошу приготовиться к исполнению музыкального номера, а мы подводим итоги нашего сегодняшнего тиража. Вы вслушайтесь, какое количество выигравших в нашем сегодняшнем тираже. Я прошу компьютерную группу. Внимание, компьютерная группа просит извинения. В мешке осталось 6 бочонков. 6 бочонков, у нас только и есть. 6. У нас 6, только, у нас 6 вот 6. Бочонков. У нас 6, ровно 6, больше нету. Я называю их номера, номер 20. Номер 24, как переживает мой друг Людмила, математик. Номер 33, номер 27 перед ним. Номер 45 и номер 79. Еще раз повторяю, ровно 6 бочонков. 20, 24, 27, 33, 45, 79. Как там наша кубышка? Кубышка не разыграна. Не разыграна кубышка! Кубышка не разыграна. Играйте в следующем тираже и выиграете ее. А нашу сегодняшнюю передачу завершает группа «Лицей». Это так просто. Завтра утром ты станешь взрослой. Разбивала сердце на части, говорила, это на счастье. Если хочешь, это так просто. Завтра утром ты станешь взрослой. О любви мечтала днем, а ночью думала о нем. Если хочешь, это думала.